видіть, на Тонерівська. Скажіть, як ви розцінюєте з екологічної точки зрения підготовку основних стадіонів Москви, Зеніта, Казани і Сочи? І второй вопрос, по вашому прогнозу, хто візьме Кубок Конфедерації? Спасибо. Давайте я намерюсь в федеральных других городах объекты комментировать, потому что я в Москве работал и не совсем обладаю какой-то базовой информацией о том, что происходит в этих городах. Правильно, опять же, как побывать в Москве, вроде все нормально. Потому что не было просто в последнее время ни в одном из этих городов. Вот. То, что касается... Напомните последнюю часть вашего вопроса. А кто возьмет Кубок Конфедерации? Кто возьмет Кубок Конфедерации? Кто возьмет Кубок Конфедерации? То есть у нас сейчас два полуфинала. Это европейская команда и латиноамериканская. Да? То есть немцы у вас играют с Мексикой, по-моему, да? Нет. А немцы с Мексикой, а португальцы с Чили. Я думаю, что финал будет смешан. Будет европейская команда и американская, скорее всего. Вот у меня такое мнение, такое ощущение. Победит Германия. Спасибо большое. Коллеги, вопрос очень...